выставка и сам конкурс направлены прежде всего на то, чтобы молодые фотожурналисты получили возможность выставляться на мировых площадках, представить свои работы миру, и для них это очень важно. Вот. А что касается, опять же, жюри конкурса, оно каждый год интернациональное. Его возглавляют самые известные фотокорреспонденты, представители мировых агентств. Нам прислали 6 тысяч работ на этот конкурс журналисты и фотокорреспонденты из 80 стран мира. То есть это такая интернациональная выставка и большое международное событие. Например, в этом году гран-при конкурса взяла фотографии журналисты из Сирии. А в прошлом году у нас были победители, которые делали фото на тему спорта, например. Одним словом не ответишь, что понравилась фотография вот этого, например, мигранта в платке, очень выразительно. Впечатляющая фотография убитого слона, убитого ради бивни. Очень интересные серферы из Шри-Ланки, особенно выражение лиц у них. Ну, много фотографий, фотографии замечательные на самом деле. Меня поразила выставка, честно говоря, белорусского фотографа, который снял что-то, какое-то спортивное состязание в тундре, футбол детский какой-то, да, ну или попытки играть в какую-то игру, напоминающую футбол. Ну, интересно, интересно, в общем-то.